Да хватит вам! У меня тут зоопарк. Немножко вышел из-под контроля. Вот. Всем привет, привет. Так вот, к теме о ужастиках. Я сказала, нужно себя вести прилично. Вот это вот существо странное, похожее на аватара. На голове какая-то такая. Ну вот да, я, конечно, понимаю, что у вас батлы с Иви. Ладно, не буду вмешиваться. Так, возвращаясь к ужастикам. Поскольку у меня сегодня домашний, воскресный, спокойный вечер, хотела бы, чтобы вы мне посоветовали. Так, сейчас, одну секунду. Я не могу это не показать. Итак, кто на кого нападает? Короче, хотела бы, чтобы мне посоветовали хороший какой-нибудь ужастик. Ну, не хороший, а какой-нибудь Это просто пипец. У меня просто два кота. Они то любят друг друга, то не любят. Иви. Так, сейчас у нас будет драка. А кто шпильку мою украл и погнул? Вот, вечером. Ладно, пускай они без меня разбираются. Вот. Возвращаясь к фильму. Я сейчас смотрю, точнее, пересматриваю «Судную ночь». И хотела бы посмотреть что-нибудь интересное, новенького. Пункт назначения я пересмотрела все части. Ключ от всех дверей — это разве жанр хоррор? Я сплю с котами, да, потом выложу в сторис фотографию. Много от них шерсти, но я сейчас знаю, что есть какая-то супер процедура, которая помогает бедным волосатым существам. Ну, в общем, каким-то образом. Иви! В общем, эта штука делает какую-то такую волшебную историю. Сейчас. Я сказала. Вот, и я не знаю, что это такое. Но после этого волосы, точнее, шерсть не лезет волосатеньких. Я как узнаю, с вами поделюсь. Но есть такая тема. Привет, привет, привет всем, привет. Так что, по поводу фильмов. «Проклятие Аннабель» я смотрела. Какие я использую патчи? Ну вот, например, сейчас покажу, какие фавориты. Так. Вот. Иви! Это кошмар просто какой-то. Какие-то такие. Но вообще, если честно, я в последнее время с патчами особо не балуюсь. У меня из-за этих сумасшедших маленьких существ и так... Без них все окей. Глаза впалы и осунувшиеся скулы. А спуск я смотрела. Все части. Губы я делала лицо назад. Потом их убирала еще лицо. Так. Дом восковых фигур. Ну, понятно, тоже все части я смотрела. Но это тоже, да. Последнюю часть тоже смотрела. А брови я вообще в последнее время почему-то стараюсь сохранять в естественном виде. Не выщипываю, не подкрашиваю. Гелями тоже не делаю. Не стучит дважды тоже смотрела. Но, если честно, мне не особо понравился. Какой-то он такой психоделический. И все-таки мне больше нравятся такие реалистические ужасы. Ну, не мистика. Там про маньяков разных.
Например, как же этот фильм-то называется? Ну, где фраза «От Амара дома», ну, на реальных событиях. Ужас Амитивилля, конечно, смотрела старый фильм. Что за порода у котов? У второго мелкого, которого зовут Тедди, Манчкин, а у первого британский кот, вот, редкий окрас, белое золото, если не ошибаюсь, заклятие, конечно, тоже смотрела. Почему ты такая скучная? Наверное, потому что дождь за окном. Не знаю, настроение такое, осень. Ты что такая заторможенная? Иди кашу поешь. Не, спасибо, я только что поела сашими. К вечеру больше зашло. Ну, точнее, вкуснее, чем каша. Каша обычно с утра. Я плюю на ваши могилы, тоже, конечно, смотрела все части. Как вам, кстати, новый фильм, который... «Кладбище домашних животных», который новый? Если честно, мне не очень понравился. «Золотая перчатка». Так, сейчас заскриню. Это ужастик, да? Вот, «Кладбище домашних животных» я смотрела последнюю часть, которая новая, но... Ну, как-то так себе. Книга интереснее. Алиса на отдыхе. Дела супер. Hello, hello. А, кстати, сейчас мельком увидела какое-то сообщение про ноздри. А что с ними не так? А, надо было, наверное, сделать скульптурирование лица. Замаскировать их. А, еще у меня есть прищепки. Вот, могу сделать прищепку вот так, чтобы вам было приятно меня смотреть. Эстетика все-таки, все дела. Уход за кожей. Мне кажется, об этом нужно делать отдельную историю, так как я... у меня нет особого ухода, я с утра просто протираю лицо прохладной тряпочкой, делаю кубики льда, всякие такие настойчики, замораживаю в холодильничке. Вот. Ну, ничего особенного, то есть я пока не могу с вами поделиться какими-то особенными своими уходами, но обещаю, что я буду в этом в скором времени более разборчивая. И утро начинается с того, что я просыпаюсь. У меня рядом лежит термос с холодной водой и термос с теплой водой. Вот. Теплую воду я пью с утра, чтобы мой желудок начал функционировать. Вот. Потом я протираю ромашковыми кубиками льда лицо, крем, лосьон, тоник, все дела. У меня изменилась речь. Начала шепелявить. Ну, не знаю. Вроде нормально говорю. Немножко приболела, может быть, поэтому у меня такой тембр не совсем здорового голоса. Детские игры. Фильм ужасов. А что за детские игры? Это триллер или... Или что это? А, любимые ужастики, господи, их миллион. Судная ночь. Вот сейчас смотрю. Очень нравится. Каким я крашу тональным кремом? Какой под руку попадется? Тема краш. На самом деле у меня очень много косметики, вот, и я не особо избирательна в этом плане. Например, вот есть Dolce & Gabbana. Light, второй тон. Вот, потом есть Dolce & Gabbana тон
первый. Это в случае, если я не загорала. Потом есть еще один первый тон. Господи. Потом... Я на самом деле по настроению. Это у нас... Так. Ну, вот что-то еще есть такое. Короче, из меня блогер, мне кажется, самый ужасный, который только может быть, потому что я не особо умею делиться своими косметическими средствами, так как я ими особо не увлекаюсь. Сорян. Вот. Но я обещаю научиться. А в Молдавии я не была ни разу. А почему я не провожу именные розыгрыши? Ну, потому что это на самом деле такой ответственный момент, которому нужна особая подготовка, вот, и особая ответственность. Так что я обещаю их проводить, но только тогда, когда буду иметь уже к ним определенный опыт. Волосы, да, на сегодняшний день у меня нарощенные. Новый iPhone я буду покупать, но пока в этом нет нужды. Про процедуру для увлажнения кожи я чуть позднее расскажу, потому что сейчас у меня будет новый проект, и уже в тот момент я с вами смогу поделиться более подробно, когда уж замуж. Но у меня нет такой галочки, типа «уж замуж не втерпёшь», все окей, все в свое время. «Приют» я смотрела, конечно. Привет, привет. А, у меня, да, у меня голубые глаза, я никогда не носила линзы и носить не планирую. Зубы верхние не свои, винир. Алиса на отдыхе. Мой натуральный цвет волос, вот, светло-русый. Далее это уже окрашивание, блондирование. А, да, я была, добрый вечер, я была брюнеткой. Совершенно случайно мне нарастили волосы и хотели протянуть мой, ну, натуральный цвет волос в цвет этих нарощенных, чтобы был плавный, красивый переход. В общем, протянули таким образом. У меня волосы каким-то странным образом стали черные. Вот в тот момент я стала брюнеткой. Это как раз было перед клипом с Арашем. Араш хотел в клипе видеть блондинку, а я стала перед вылетом брюнеткой. Поэтому пришлось их высветлять. Это было очень сложно, но все-таки удалось. И в клипе с Арашем у меня такой цвет волос странного ржавого оттенка, но вроде бы ничего получилось. А со студией красоты. Та студия красоты, которая White Star, которая находится на Новом Арбате, это не моя студия, и никакого отношения я к ней не имею на сегодняшний день, и иметь не собираюсь. Потом. Никогда. Я сейчас похожа на чувака, который из фильма «Судная ночь» с такой улыбкой. Он еще, кстати, снимался в фильме «Санктум», если я не ошибаюсь. Он так улыбался мило. Баку, я обожаю Баку, да. Понравится Баку город, не может, мне кажется, никому, кто там побывал и живет. Так. Всем привет. Еще раз. Симона, Симона, любишь Симона? Симона, конечно, люблю. Как ее можно любить? Это бабушка моей
дочки. Как мои кролики весело поживают. У меня на самом деле дома целый зоопарк. И не знаю, как я решилась. Изначально просто все началось с того, что мне подарили кота. Потом после кота я завела кроликов. А нет, хомяка. Потом кролики пошли, потом еще один кот. Мне осталось только змею завести и жить среди своих. Ой, сейчас, секундочку, мне кажется, что скоро Алиса приедет уже. А было приятно со всеми пообщаться. Выйду в эфир через 5 минут.